Быстро расширить плечи вам поможет анатомия. Допустим, вам нужно солидно расширить плечи, а время не совсем в обрез. Как тут быть? Примените одну уникальную блиц-программу раскачку дельтовидных мышц, тех самых, что у нас лежат на плечах. Если они станут больше, то плечи, ясное дело, ширятся. Почему программа гарантированно сработает? Да потому, что у нее есть один секрет. Вы будете удивлены, но ваши плечевые суставы буквально висят в воздухе. Точнее, висят на двух треугольных мышечных лоскутах, широким основанием, приваренных к позвоночному столбу. Называются эти мышцы трапециевидными. Верхние углы треугольников заправлены вам сзади под череп, а острые вершины растянуты в стороны и входят в плечевые суставы. Обе мышцы играют роль эластичной задней опоры для наших плеч. Ну а впереди сложные механизмы плечевых суставов подвешены на мышцах шеи. Ну а теперь встаньте перед зеркалом и взгляните на свои плечи. Видите, какие они покатые? Но только потому, что тонус мышц, на которых они висят, ослаблен. Если накачать трапеции и мышцы шеи, то линия плеч поднимется до горизонтали. Если в школе вы были в ладах с математикой, то легко поймете, что подобный подъем радиуса круга принесет вам прибавку ширины не менее 2 см. И это только на одно плечо. При этом мы будем истово качать дельты и сумеем набросить еще 1,5-2 см в объеме каждого. В итоге к общей ширине плеч мы добавим минимум 6-8 см. Прежний пиджак на нас уже точно не налезет. Итак, за работу. На вашем экране комплекс, по которому мы будем работать для того, чтобы раскачать, расширить наши плечи. Итак, упражнение. Упражнение первое. В шаге со штангой 10 повторов. Второе упражнение. Тяга к подбородку. 10 повторов. Дальше следует трисет. Подъемы гантелей в наклоне. 8 повторений. Подъемы гантелей в стороны. 8 повторений. И подъемы гантелей перед собой. Также 8 повторений. И упражнение номер 4. Подъемы головы в четырех направлениях. По 10 повторов на каждую сторону.